почему строк этот по часовой, а не наоборот? Почему врач мне сделал укол, а теперь нет? Почему все люди не говорят на этом языке? Почему луну иногда видно в дыню? А где я была, когда ты был маленьким? А мама где была? А сестра? А брат? А бабушка с дедушкой? Ата-энелер берилген суроолорго так жооп берүүгө аракет кылышы керек. Эгерде эмдөөгө байланыштуу маселе жаралса, үй-бүлөлүк дарыгерге кайрылыңыз. Вакцина сиздин балаңызды коргойт.